Вот наш с вами телефон в идеальном состоянии. Новый. Вот я же так сказал. То есть вот, прошу обратить внимание на разъем. Идеально чистый. Состояние отличное. Еще в заводской пленке. Вставили две сим-карты. Видим, все у нас поддерживает. Слот, соответственно, идет только под две сим-карты. MIUI у нас уже обновилась до 14-го. 13-й Android стоит. Память у нас 8 оперативный, плюс, соответственно, там можно добавить еще у нас 3 сверху из встроенной. Встроенный у нас идет 256. По экрану также, соответственно, частоту обновления можно менять. Либо 120, либо 60 Гц. По звуку проблем нет. Два стереодинамика у нас идет. Верхний, нижний. Соответственно, от всех аккаунтов отвязано, полностью сброшенный. Сейчас к Wi-Fi подключу, все покажу. Все, подключаемся к Wi-Fi. Соответственно, видим, аккаунтов у нас никаких нет. По комплектности идет коробка, блок питания оригинальный, кабель зарядки. Здесь, соответственно, у нас идет пленочки все и различная документация на мануальчике. По зарядке также сейчас подключу, покажу к оригинальной. Теперь вилку 67 ватт у нас. И, соответственно, родной провод, видим, оранжевый для турбочардж. Берем наше устройство с вами, подключаем, все, пошла у нас зарядка, и турбочардж включился, 67 ватт. Также по камере, здесь у нас это все есть, широкоугольная, фронтальная камера, здесь, соответственно, отдельный режим 64 мегапикселей, и по видео также все покажу. Видео можем, то есть, снимать 1080 60 fps, стоит здесь более плавнее, либо 4k, но 30 fps. Телефон идеальный.